получившие откровение, что это стадо, маленькие стайки рыб, низко плавает, разделенные, рассеянный народ Господень. Но надо еще научиться жить в твоих обстоятельствах. Я делал ошибку за ошибкой. Хотя я прилетел в этот Ташкент, и я уже обратил внимание, что там стояла такая треножечка, да, это кинокамера. Я думаю, что там смотрит женщина в белом халате? И только посмотревши сзади, увидел, что это прибор, измеряющий температуру человека. И тогда это в 2010 году было объявлено свинячий грипп. Вы слышали, старшие, младшие, могут быть, они им надо этот свинячий грипп. Но я, зная эти откровения, не понимал, что медицинский работник смотрит температуру. Смотрю, 39, его раз забрали. 38,6 забрали. Комнаты отдельные, свинячий грипп. На 10 день карантин, закрыли весь Узбекистан. И я уже думаю, вернусь я домой на свадьбу или нет, тоже не знаю. Но Бог сказал, я буду охранять. Но Бог был там, когда мы становились на тайные молитвы. Когда священник знал, как поступать, друзья мои дорогие. И когда уже Бог сказал вечером, я поставил охрану, но буду учить послушанию. И вот когда начался урок послушания, я его не понял. Я не понял, друзья. Я посмотрел на обстоятельства, когда кончилось служение. И уже нас готовились кормить. Знаете, брат, который пришел с спиной грыжей, его занесли. После молитвы с помазанием он где-то пропал и пришел уже за таким казаном плова. Он принес его, говорит, я хочу вас угостить. Слушай, там такой изюм был такой большой. И я так, как Петро, там на той крыше, думаю, фау. Но поднялся сосуд Божий и сказал, дети мои, с поспешностью оставьте место себе. Ибо приближается, замыслившись сделать вам зло. А я смотрел на обстоятельства, думаю, какое зло, плов пропадет. Такой изюм, я его такое не видел, мясо там пахнет так, это все баранинка. Ой, курдючный жир такой, мне так понравилось там. А Бог говорит, оставьте и с поспешностью. Но я обратился к диакону церкви, говорю, а что они нам сделают? У меня пришло надмение в мое сердце. Вот как здесь написано, душа надменная, гордыня может приступить к любому человеку. Я имел при себе удостоверение просвитера церкви, я имел загранпаспорт, я закону купил за $500 билет. Я говорю, что они нам сделают? Мы закордоничные тут представители. Брат Валентин, который только вышел с 15 суток, будучи диаконом церкви, только вот сидел там, говорит, ты знаешь, брат Саша, я не знаю, что они вам сделают. Я приблизительно знаю, что они нам сделают. Когда они сейчас перепишут, мне точно 15 суток, а если $2000, то вы будете очень дорогие братья для нас. Моя семья год будет без средств существования. А они выпишут эту ставку. Но тогда он, знаете, смотря на меня, несмотря на то, что мы приехали, там гости такие дорогие, он говорит, а теперь не важно, что они сделают вам или нам. Теперь послушай, что говорит Господь. Вчера вечером он сказал, буду учить послушание. Он поставил ограду до этого времени. А теперь, говорит, с поспешностью оставьте место. Вот так иногда мы приходим, строим планы, друзья мои дорогие. Но есть Божья воля. Он силен руководить. И Духом Святым теперь говорит,